Чувашии полным ходом идет уборочная. По данным Министерства сельского хозяйства, скошено более 7500 гектаров зерновых и зернобобовых культур. На аналогичную дату прошлого года было скошено 13 тысяч гектаров. Среди лидеров хочется отметить, что хозяйство это, ну, по уборке это хозяйство Яльского района скошено 2000 гектаров, Комсомольске 1800, на долю которых приходится практически 32% уборочной площади. Но наибольшая урожайность зерновых, зернобобовых культур. Это Чебоксарский район 27 центнеров с гектара, Алекский и Вурнарский по 27. В Комсомольском районе убрано в общей сложности 42% зимых зерновых культур, а по Чувашской республике всего 25%. В республике продолжаются работы и по заготовке кормов. Собрано 81 тысяча тонн сена, 182 тысячи тонн сенажа и 36 тысяч тонн силоса. Заготовка идет не только для нужд крупных сельхозтоваропроизводителей. Кормами, а именно сеном, соломой и зерном, по словам министра Сергея Павлова, расплачиваются за аренду с владельцами долевых земель.